Дымовая завеса. Иллюзии. Фарс. Можно назвать как угодно. Но сегодня, увы, реальность не всегда такова, какой кажется. Примером могут служить табачные корпорации, пускающие нам пыль в глаза. Точнее сказать, табачные корпорации и их отношения с целями в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Это 17 целей, которые поставила перед собой Организация Объединенных Наций для достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. Похоже, что теперь табачные компании обещают внести значительный вклад в реализацию этих целей. Они изображают себя в качестве борцов за благополучие, экономический рост и устойчивость окружающей среды. Звучит неплохо, правда? Но давайте присмотримся повнимательнее. Они сохраняют видимость приверженности похвальным обязательствам, но на самом деле это всего лишь бизнес, как и всегда. Производство и продвижение товара, который ежегодно приводит к гибели более 8 миллионов человек. Отвечает ли это цели 3? Хорошее здоровье и благополучие. Вряд ли. Представим себе завод. С одной стороны, он выпускает продукцию, которая губит окружающую среду, а с другой стороны, на его крыше разбит современный цветущий сад. Вклад кажется благородным. Однако сама продукция продолжает нести страдания. Вся правда в том, что за имиджем социальной ответственности этих компаний стоит торговля товарами, которая прямо противоречит духу и задачам целей в области устойчивого развития. В этом и проявляется лицемерие. Обещая поддержку глобальным целям, промышленность производит товар, который напрямую мешает их достижению. Мы должны призвать корпорации к ответу и перестать верить в их ложь о корпоративной гражданской ответственности. Пора развеять дымовую завесу. Пора избавиться от иллюзий. Всем вместе.